Эй, эй, ты жив? Ты жив, поверить не могу, мы живы. Ты что вообще здесь делал? Они что, тебя послали наверх? Что теперь? На запад, мы должны идти на запад. Найдите выход из стоков. Это понятно. Граншнек, короче, мы решили свалить. Естественно, мне видеоряд показывали, как вообще, чего здесь делать. Естественно, я, как обычно, не придал этому значения. Как идти, пока непонятно. Ладно, сейчас разберем. Я не знаю вообще, куда дальше идти, абсолютно. Непонятно. Тут только выход один, прыгать сюда. Эй, что? Ты там в порядке? Может быть, мы сможем переплыть? Переплыть? Нет, я не могу, я не умею плавать. Жди. Блин. Я вижу лесенку. Офигеть. Голум еще и неплохо плавает. А, тут есть лесенка, но надо... Так, левый контрол нырок. Блин, а как? Нет, этот поход не здесь. То есть вот эта лестница за решеткой, это на моё. На моё. Так, ладно. Сейчас... Мне, по идее, надо идеально вылезти из воды. Нет, не получается. Так, ну-ка, а если здесь я попробую карабканье? Наверное, вот здесь надо вылезти все-таки, да. Давайте попробуем. И сейчас пройдем. Блин, как я не люблю на стенах вот эту хрень. Осторожно, что ты делаешь? Что, не видишь, по стенам лазю? Вот что я делаю. Граншнек. Так, отлично. Потянуть рычаг. Отправьте Граншнега включить рычаг, включить режим компаньон. Видишь, теперь Граншнег может перейти. Перейти куда? Вот сюда. Ничего не понимаю, что ты сделал, почему помогаешь мне? Мы ведь не бросим друг друга, правда, прелесть? Даже не знаю, что сказать, но мы здесь не в безопасности. Какой у нас план? Есть мост на другой стороне к западу. Там повозки и ящики, где можно спрятаться. Еще раз, режим компаньона. Туда, к той штуке, тяни ее. Ах, ну ладно. Давай, Граншнек, тяни. Ладно, хоть что-то он делать может. Ты уверен, что это уж хорошая идея? И что происходит? А, уровень воды поднялся.
Пустить воду, закрыв два затвора шлюза. Значит, будь осторожнее, мы не хотим, чтобы добрый человек из нас... я не дочитал. Так, куда идти-то? Так, бочки какие-то, ребят. А, мне надо вылезти. Ага, все, вылез. Что по режиму компаньона? Да я думаю, ничего. А, так, ну мы забрались, да, получается. Тут нарисована какая-то хрень. На цепях. Хрень на цепях, это, наверное, кран. Непонятно опять ничего, ребята, непонятно. Естественно, есть какие-то микроподсказки, до которых ты должен допетривать сам. Карабкаемся. Вот тот рычаг высоко, интересно, почему он так высоко? Сейчас узнаем, Граншнек. Да, утопил я, короче, Граншнега. Я потянул за рукоятку, которая находилась очень близко ко мне. Так а вот же рукоятка. Но мне сказано, надо вон до тех добраться. А как до того добраться, вопрос? Чё-то я не понял даже. Так, ну думал, я не понял, что делать, но здесь нарисована какая-то хрень, как я уже говорил, это мост. А, давайте опустим этот мост. Вот он мост. Все, отлично. И теперь можно включать режим компаньона. Иди, включай. Да, хорошо. Они сказали, что я кого-то убил, я в жизни никого не убивал. Злобный орк просто придумывает. Грашнек ведь все равно сможет управлять. Так значит, у нас есть план? У меня всегда есть план. Так, ну Граншнек не умеет плавать, мы умеем. Так, отлично. Что у нас здесь? А я выплыть не могу, что ли? Странненько. Странненько. Это место, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы знаем, да знаем. Главное, что мы все время... вместе остаемся. О, блин, а как сюда выйти-то? У меня не получается вынырнуть. Ладно, хорошо. Может быть, не зря. А как мне попасть-то? Может быть, не так уж все и просто должно быть? Бочка, точно. А, Граншнек, а ты где? Ага. Красные бочки. Так, подождите-ка. Я могу на бочку вообще запрыгнуть, нет? Надо попробовать.
Да тихо ты куда? Я освободил бочки. И что они мне дают? Они ни хрена мне, по сути, не дают. А если к Граншнегу прийти? Я тут вылезти могу вообще, нет? Да, тут лесенка, ребят. Карабкание, по крайней мере, есть. Тот рычаг очень высоко. Интересно, почему он так высоко? А потому что, блин. Граншне. Это что такое? А я не смогу, что ли, никак до туда залезть? Мне непонятно, как до рычага допрыгнуть. Ну-ка. Рок. Нет, тут навряд ли что можно сделать. Блин, ну вообще как бы я карабкаться могу. И это хрень, что голым не может. Это неправда все. Вот она, бочка даже. Непонятно. А, короче, я думал, ребят, ну тут тупик реальный. На бочку, главное, залезть я не могу, да, ручками. А, я вижу, вот они, бочки. Бочки, мост, плот. Ну это что-то же означает. Ну, я на них забраться не могу, хотя, по идее, вытянув ручку, я спокойно бы мог это сделать. Граншнек, отключи-ка, попробуй. Обратно уйдет вода или нет? Что будет? Давайте посмотрим. О, вода-то уходит, ребят. Ага. Ну-ка, попробуем-ка залезть. Блин, он никак не залазит. Вернулся обратно к последней сохраненной точке. Мы видим, Граншнек стоит здесь. Его надо послать. Туды. Я вижу плот. Он стоит вон в той стороне. Так, это мост. Мост нужен для того, чтобы Граншнек пошел к рычагу. Так, это все хорошо. Самое главное сейчас, ребят, не торопимся. А, хрен там. Вот они, эти бочки. Мне надо как-то на этих бочках оказаться. Я пока не понял, как. Так, а если ты нажмешь сюда? И? Вода уходит. Мне нужны эти бочки. О! Отлично! Отлично! Все, я на этих бочках. Граншнек, давай. Еще раз. Надо, короче, вот сюда залезть. Потому что без вот этих бочек мы... Я сомневаюсь, что что-то вообще сделаем. Так, Граншнек.
иди туда. Они сказали, что я кого-то убил, я в жизни никого не убивал. Злобный орк просто придумывает. Гранчная Квитсерона сможет управлять повозкой, да? Так значит, у нас есть план? У нас всегда есть план. Во-во-во-во-во, вот это вот я и хотел. Вот этого я и хотел. А, смотрите, сейчас я могу за этот рычаг там потянуть. А до туда все равно хрен доберешься. Я не знаю, давайте посмотрим, что будет. Спустите воду, закрыв два затвора шлюза. Там за загадки. В пустыне есть хорошие загадки. Загадки — это глупость. Ух, как воняет. Знаешь, это... Что такое? Корица, специя такая. Я раньше был торговцем специями. И чё получается? Мне надо... А как мне до туда добраться? До того рычага? Блин, а как туда-то добраться? А, ну-ка. Так, а, подожди. Еще раз давай. Здесь тоже затапливают. Клетки. Так, ну ладно. Тут все есть. Чтобы спустить воду, нужно отключить два этих рубильника. Ну блин. Непонятно пока. Ребят, я, короче, долго-долго пытался понять вообще, в чем тут за прикол. А потом нажал вот этот режим. Режим голума. И до меня потом только, ребят, дошло. Рычаги и бочки подсвечены. Рычаги нам нужны, как я понял. Значит, мне, получается, еще нужны будут и бочки. Давайте попробуем бочки. Переместим куда-нибудь вот сюда. Тихо. Голум. Это место, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы знаем, да, знаем. Главное, чтобы мы все время... И я, естественно, как обычно, не дочитал. Не знаю, давайте вот... Мне же вот до этого рычага надо. Тут я нажал, правильно? Правильно. Давай, Граншнек, что-нибудь делай. Такой чумазик. Mm-hmm.
Ну вот. Хотя, по идее, ребят, можно было бы спокойно из воды просто вылезти. Это уже тупая механика от разрабов. Это глупо. Можно было вылезти. Не обязательно чашу весов задействовать. Так, ну все. Вода ушла. Получилось. Правда, получилось. Подождите, Граншнега. Хи-хи, до свидания, грязная вода. Ну, мы ждем его. Сейчас он придет. Так, а у меня вопрос, а мне как отсюда слезть? Мы держимся вместе, да? Человек из пустыни, друг прелесть, он наш друг. О! Конечно, в смысле, это очень, знаешь, что? Что? Я к тому, что если мы правда выберемся отсюда, я вообще-то разве не стоит нам в первую очередь заняться этим? Да, давай. Я не дочитал. Граншнек, а не хочешь меня забрать? Покиньте стоки. А нафиг... Смеагол? Да вы задолбали? Почему я всегда не допрыгиваю? Вот это вопрос. Так, вот он мост. А, это мост. А, ну все, можно спускаться по лесенке. Ух ты, какая крутая лесенка. Я теперь понял, почему Граншнек так долго выходил. А новая цель, покиньте стоки. Снеголь? Я тут. Не надо меня откликивать. Крышка. Хорошо, что Смегол спас тебя. А ты что скажешь? У тебя дома семья осталась? Конечно, я хотел заняться делом, да? Вот и займешься. Ты же не сидишься на меня, правда? Нет, просто займись делом. Лесенка вверх, лесенка вниз. Граншнек, ты не понял? Иди делом займись. Избавьтесь от орков. А как? Тут надо от орков избавиться каких-то. Люк. Звуки отвращения. С этим мы разберемся. А где он, блин? Взять камень. У меня 3 камня. Граншнек, погоди. Ну будь в тени тогда, что ли. Я не вижу орка. Оркса. Ага. Так, давайте посмотрим. Так, вот он я. Теперь
Мне, по идее, надо спуститься. И чтоб меня никто не видел. Так, орок. Так, погасили свет. Сейчас мы полностью инкогнито. Давим. Давим, давим. Все, мы под столом. А теперь надо второго оркса достать. Блин, на меня сейчас насрут. А он меня не видит. Но мне надо, чтобы он бдительность потерял, по-другому никак. Ждем. Угу. Еще немного времени. Да пускай, пускай ходит. Миглаш вопросительный знак начал пропадать. Все. Он меня из виду потерял. Давим. А лучше искать нужно было орксы, а лучше. Вот и все. Мы спрячемся в повозке, Граншнек ее повезет. А как же ворота? Другая охрана потребует показать жетон или разрешение. У того орка должен быть жетон. Спрячьтесь в ящике в повозке. А, спрячьтесь в ящике. Прячемся. Да. Залезай быстрее. Эй-эй-эй-эй, ой, ну и звери. Все, мы походу поехали. Че, неужели что ли? Пол игры мы только к побегу готовили? Это серьезно? Мы хотя бы знаем, куда ведет дорога из этих ворот. Наружу. Ворота по-прежнему закрыты. Ну сейчас, походу, птичка придет на помощь. А иначе смысл был птичку освобождать. Вот наконец пути, как я и говорил, ворота закрыты. Крошка, колоколу, давай, давай. Полон сюрпризов. Давай, давай. Хья. Мне кажется, что ракурс не очень удобный. Смотрите из повозки. Ты еще там, скажи что-нибудь. Фу, там ужасный запах.
Ну, скажем, выберемся мы из башни, и что дальше? Мы все равно будем посреди Мордора, окруженных горами, в которых полным-полно орков. Да, как нам выбраться? Есть один путь, да, конечно, хороший путь, темный тоннель. Сквозь горы, и орки его не стерегут? Нет, орксы нет, паучий проход. Так это место называется, там мы нашли тоннель. Паучий проход? Просто название, там нет пауков. И орков нет, значит, слишком хорошо. Очень хорошо, да. Если добрый человек из пустыни пойдет за нами, никакой орк... Так сказали, что? Еще один пункт проверки. Кримбат. Стой, куда ты едешь? Я просто вперед, просто... Просто что? К этим, ну, как и загруза, которая у меня из башни к воротам. Из башни света? А что не так? На ящике стоит метка. На ящике стоит метка, видишь? Ящик туда не поедет. Но у меня приказ есть ехать к воротам. Приказ из башни? Да. Тогда езжай к воротам, но без вот этого, потому что это... Это пойдет вниз. Прелесть. Не дыши. Пропустите его. Ух, какой тяжелый. Булка, новый ящик. В угол. Уф, развлекайся, Булка. Это просто тяжеленный. Жесть, мы хотели вроде бы свалить, и даже тут нам это не удалось. Найдите выход из катакомб. Ну давай! Так, у нас не... Дай мне свое молоко! Так, подождите. Надо свалить отсюда нафиг. Эй, кто это? А ну вернись! Ты в любом случае сдохнешь, крыса. Желаю удачи там внизу. Да, мы сбежали от орка, получается, в катакомбы. И сейчас самый прикол — вылезти из этих злочастых катакомб. Но где мы, прелесть? Граншнек будет нас ждать, да. Должен. Его спас... Мы его спасли. Так, все. Ну вот они, ребята, катакомбы. Блин, я тоже напугался так. То есть. Не только смягол. Так, ну чё, куда идем-то? Я не пойму. Но мы же должны же, да, по идее, по сценарию отсюда выйти? Нет, это корку ведет. А тут что, а тут вообще выход-то есть вообще? Он сказал, что мы сдохнем здесь. Но по идее, чего бы нам мог еще орк пожелать, да? Так, а тут нельзя лазить наверх, например, куда-нибудь? Так, еще раз давайте поищем. По-любому здесь должен быть какой-нибудь проход. Не знаю, например... Например, вот этот. Что это такое вообще? Потянуть рычаг. А, вот. Мы уже и здесь. Отлично, отлично. Уже неплохо.
Да. Что это? Что, что? Закрытая дверь, елки, вот что это. Ну, мы можем здесь пролезть так-то. Я вижу свет в конце тоннеля. Ё-моё. Тут что, рыбу вяленую делают? Ну, слава богу, здесь произошло у нас сохранение. Так, ну ладно. Походу, паучиха ползет. Походу, паучиха. Куда нет? Взять червя. А почему я червя взять не могу? Ага. А вот она, ребята, подсказка. Так. Что у нас здесь? Можно идти дальше. Шахта, катакомбы. Да, если бы мы вышли сразу, было бы интересно, наверное, играть. Да-да, Граншнек будет ждать. Мы спасли его от света. Но что, если его поймают? Помнишь, что говорил свечник, не оставляя свидетелей? Вдруг он поймает жирного, медленного Грашнека, вдруг они станут вытыкать ему руки, короче, его мучить. Он будет говорить не о специях. Ну да. Лютая жесть, ребят. Так, и что? Спуск. А куда? Ну, спуск. А? Есть? Что, тоже прыгать, что ли, надо? А, я думал, там пропасть. Я думал, там пропасть, серьезно. Так, куда идти? Так, ну здесь выхода нету, короче. Вот какая-то норка. Блин, точно гномы или какие-то хоббиты здесь работали. Так. Ё-моё. Вы видели, что это кто-то лежит? Это кто-то тут коня откинул уже. Да. Пауки. Ребят, реально пауки. Так, ну чё? А, получается, Е? Так, Е. Взять тлю. А как съесть тлю, ёлки? Я забыл. Хорошо, скажите, как с пауками воевать, и я не буду их бояться. Они здесь. Они это кто? Пауки, что ли, или кто? Я не пойму. Голум. Так, ладно, пошли. Давайте посмотрим, что будет, если мы к паукам подойдем. А нас сожрут, вот что будет. То есть, короче, эта игра не боевик у нас, ребята. Здесь именно стелс, прятки, и не нужно никому никуда попадаться. Так, мы вернулись обратно к точке. Блин, да, бывает что. Так, выходим здесь. И от пауков ныкаемся. Они здесь. Ой-ой-ой. А вот как пауков еще обойти, это попробуем. Вон здесь.
Иногда тоже надо как можно быстрее идти для того, чтобы... Все, я походу стенку нашел, да, по которой надо взбираться. Реально, почти пол игры не пользовался подсказками, а вот сейчас решил ими попользоваться. Блин, это паук. Они повсюду. Да, блин. Скалодром самый лучший. Это только в Мордоре, ребята. Так, ну что? Вот сюда. У меня уже голова кружится от вот этого разного ландшафта. Так, есть. Пауки, пауки, блин. Как мне хотелось бы, конечно, поквитаться с паучками. Но, блин, здесь, походу, игра нацелена не на это. Здесь надо пройти, уйти, чтобы тебя никто не спалил, короче. Вот это называется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не-не-не-не-не-не-не. Отвали, отвали, отвали. Подъем. Иди нафиг! Ты меня не должен был видеть. О. Как хорошо, что я от него слинял. Угу. Я вижу паука. Надо дождаться, пока он уйдет. Угу. Есть. Правильно подсчитать тайминг и свалить. Нет, 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 ты не должен был меня видеть. Быстренько валим отсюда. Я, знаете, что думаю? Пойду-ка я через низко лучше. Так, блин, безопасней. Так. И, по-моему, надо вот туда спуститься. Так, пошли дальше. Ё-моё. А можно сюда пойду? Да, мне сюда и предлагают. А-а-а! А-а-а! Они меня догнали! Я не понимаю здесь, куда идти. Меня везде валют. Если вперед этой паучихи пробежать, попробовать. Вперед нее. То, по идее, можно выбежать куда-нибудь. И от паука надо свалить. Паук, походу, за мной и не гонится. Блин, я задолбался проходить этих пауков. А, как я ненавижу все эти прыжочки. Вы бы только знали. Так. Так, нормально. Залезли. Так, тут прыжок на шесте. Тюх. 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 Так, отлично. А теперь надо куда-то по скалам, походу. А все, что ли, скалы закончились? А все, я допрыгался, походу. Кто-нибудь что-нибудь видит? Так, допустим. Здесь что-нибудь есть? Здесь чего-нибудь нет.
А, я не понял вообще пока ничего. Я не знаю, я что-то даже задумался, куда идти, ребят, но я вспомнил, игра настолько здесь сделана, что надо назад смотреть. Короче, назад смотрим, если есть куда прыгать, то прыгаем! И еще раз, дубль 2, прыгаем назад. Все, надо было на самый-самый верх, короче, залезть, тогда бы мы и прыгнули назад. Ну давайте искать дальний. Как мы видим из модера, спросил он умный вопрос. Умный Гранд Шнек. Так, ну ладно. Ну, наверное, тоже назад, да? Как мы выберемся из Мордора? Блин, это очень интересный вопрос. Так, сзади ничего нет. Внизу что-то есть. Так, спустились. Так, смотрим. Здесь скала. Так, сзади только лава. Блин, нам надо как-то обойти ту сторону. Нам туда надо как-то попасть. А, стоп, стоп, я нашел, я нашел, я нашел. Ну не надо меня убивать. Но, блин, не о такой участи, конечно, я мечтал. Ну ладно. Заново. Спуск. Не могу пока попасть на ту сторону вообще никак. Непонятно вообще. А, стоп. А ну-ка, я же могу разбежаться. Опа! Отлично. Через широкую равнину мне... Я не досчитал. Уж, конечно, с плечущимся позади жирным. А голым ты что, ругаешься, что ли, опять? Я не успеваю диалоги сейчас читать, потому что мне надоело вот это все проходить. Одно и то же и бесполезно. Так. Я думаю, что... А, не, нифига. Так, все, отлично. Я думал, я сорвусь вниз. Так, но мы уже почти к маркеру, то все ближе и ближе. Блин, как хорошо, что здесь такая стена стояла. Так, давай. Ну и без повозки. Нашей повозки, той, которую он уехал. Крашнек будет ждать у ворот, мы же спасли его. Внутрь. Я не думал, что я сдохну таким методом. Я просто отбежал, чтобы перепрыгнуть. Хотя бы вот так вот. Хотя бы вот так вот. Ё-моё!
Пауки, пауки, валим отсюда. Все, мы свалили. Иногда свалить вовремя — это тоже подвиг. Грашнега нет, может быть повыше. Новая цель. Найдите Грашнега. Я думаю, найдем его чуть позже.